Жизнь, здоровье и благополучие детей в наших руках. Представители Центра психологической поддержки вместе с приглашенными спикерами провели круглый стол. Обсудили вопросы семейного права, санкции в отношении родителей, а также поговорили о выработке рекомендаций для социальных педагогов школ. В круглом столе будут приглашенные гости с прокуратуры, уполномоченные по правам ребенка. Прибудет также наши инспектора по делам несовершеннолетних, представители совета матерей, представители совета отцов. И сегодня мы рассмотрим глобальную тему, которая касается сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цель нашего сегодняшнего круглого стола – это показать участникам, а это будут социальные педагоги и родительская общественность, наши слушатели, путь детей, которые находятся под защитой государства и забота государства в этом случае и работа непосредственно наших специалистов. В качестве приглашенных спикеров социальный педагог Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Ольга Сергеева. Ежедневно в своей практике она сталкивается с разными случаями и детьми, индивидуально прорабатывает каждую ситуацию. В нашем центре находится на данный момент 30 детей. Дети разных категорий, то есть есть дети УБПР, то есть потом дети беспризорные, безнадзорные, и есть дети трудной жизненной ситуации по жестокому обращению. Значит, мы непосредственно работаем с опекой, с органами полиции, с комиссией по делам несовершеннолетней, то есть мы взаимосвязь у нас. Но находиться у нас дети могут от 3 до 18 лет. Две разновозрастные группы у нас имеются. Такие встречи представители Центра психологической поддержки проводят регулярно. Этот семинар уже 8-й по счету. Сегодня на нем собрались порядка 40 человек. Важно своевременно подводить промежуточные итоги работы. Если есть проблемы, рассматривать их с разных сторон и находить решение, считают участники круглого стола. Александра Рудина, Александр Янсен, МТРК.